Наши враги все это видят. И каждый подобный случай делает Америку менее безопасной. Потому что наши враги считают, что мы потеряли контроль. Это должно прекратиться. А что, тут вы контроль, что ли, найдете? Еще большая проблема, Ники. У вас сейчас весь мир враги. Вы так построили свою политику, что у вас весь мир враги. Вас ненавидят все. Кроме того, у Ники Хейли это не президент Ники Хейли. У Ники Хейли другой президент, вечный президент Трамп. Она при нем была представителем. Поэтому, как ее зовут-то, Нимрат Ранхава, да? Она родилась с этим именем. То, что два индуса участвуют в избирательной кампании республиканцев, это очень показательно уже для... Кого не изберешь, все же с нами воевать будут. Но это же данность. То есть мы понимаем, они, те же 25-й год планируют воевать. Дан Эрора Бахеров сейчас в Америке как бы нет. Это тот человек, который не избрался, который с нами не собирался воевать. Да, он был последний. Единственный человек, который в Конгрессе с нами не воевал. Сейчас очень важно, чтобы быть там. Разная степень войны, понимаете? Некоторые, вот тот же Рама с вами, например, говорит о том, что воевать с нами не надо. Я думаю, как мы будем отвечать, потому что они хотят наш миллиард отдать Украине. Я считаю, что пора вот им в подарок отправить. Притом, как обычно, я раньше предлагал выбор, Сармат или Посейдон, сейчас думаю, Сармат. Ну да, то, что стоит на боевом дежурстве, то, что еще не поставили. Но мне думается, я придерживаюсь своей позиции, можно еще подождать. То, что они что-то там кому-то что-то могут сказать, это у меня большие сомнения. А кто вообще может что-то сказать кому-то, что привести, и им поверили? В этом же проблема. Угу. Нам верить некому. Да. Нет никого, кто может сформулировать предложение, которое имеет смысл обсуждать. В обозримой перспективе даже нет. Ни в одной стране, притом вот из тех, которые мы видим, их нет. Ни одного, ни одной группы даже политической, нет, которую... Я имею в виду только в Соединенных Штатах. А в Европе то же самое? Нам верить некому? Европы вообще не о чем говорить с Европой. Это я давно говорил. Да, а вот с Соединенными Штатами, там надо, может быть, какие-то группы когда-то найдутся. Сейчас их нет. Америка сама стоит на грани гражданской войны. Вот они сейчас Трампа начнут жестко, неясно, чем все закончится. Так раз можешь сказать. Да идите вы, нам вообще все не нравится. Я тут не соглашусь, что они стоят на грани гражданской войны. А когда эта грань была видна? Если есть признаки гражданской войны в Соединенных Штатах... А какие признаки? Вот я и не вижу этих признаков. Нет, там дело. А вы можете назвать признак гражданской войны? Сейчас прижимают Трампа. Кто-нибудь выступил? Забастовки там прокатили? Конечно. Или еще что-то? Нет, конечно. Потому что лидер Дональд Трамп транслирует то, что меня не возьмут. Он нет, приезжает после это, каждого судебного действия на митинг. Если он будет транслировать, что касается политического инструмента БЛМ. Знаете, почему он не дошел до глубинки? Потому что Кайл Риттенхаус грохнул трех леваков. И его оправдали. И что? Ничего. И дальше оно не пошло. Если бы в этот момент вышли черные дружины со своим оружием, это бы даже Национальная гвардия не растащила бы. Посмотрим, это решит гражданская война. Вот, я, кстати, говорю, уже хорошо, только молодец. Америка пока не проявила молодец. Себя. Да проявилась она, послушайте, ну проявилась она. Проявилась а мы поможем? Война. Это целая мировой пожар. Гражданская война, Трамп это прежде а мы на злобу жуем, мировой пожар раздуем. Гражданская война прежде всего... Повысим Трампа в звании. Поскольку американцы не надеются ни на суд, ни на выборы, вот ни на что другое. А совершенно очевидно, что уже, так сказать, все заточено. Но нам-то что в этой ситуации делать? Я сейчас кратенько... Так. Ну, слушайте, по поводу... Я что, мы придем к проливу имени товарища Сталина? Так, придем, товарищ Сталин, я думаю, что мы не придем. Я в этом смысле... Приплывем. Оптимист или пессимист.